Щиро вітаємо учасників конференції. Конференція катушларна салім. Вітаю удельника конференції на нашій щирій білоруській землі. We are happy to welcome the participants of the 16th International Titanium Conference. Benvenuti a tutti i partecipanti. Grazie, arrivederci. Впервые за 27-летнюю историю существования Межгосударственной ассоциации «Титан» конференция «Титан в СНГ» проходила в Минске. Решили провести в Минске. Во-первых, здесь не были раньше. Здесь есть интересные объекты, которые там пообщаться. Институт, вот, физико-технический институт, институт порошковой металлургии, которые работают с «Титаном». Вот. В Белоруссию легче приехать украинским участникам. Инициатива по приему более 200 представителей титановой отрасли из 11 стран принадлежит Национальной академии наук Республики Беларусь и Физико-техническому институту. Акцент на конференции был сделан в сторону порошковой металлургии, поскольку аддитивные технологии набирают обороты. 3D-технологии – это популярное направление в настоящее время, которая активно развивается и за рубежом, и в России, и у нас на Украине. В принципе, технология очень перспективная, потому что позволяет существенно повысить использование, коэффициент использования металла. То есть, если мы для получения авиационной детали по традиционной технологии должны использовать, ну, скажем, получить деталь весом 1 килограмм, надо использовать там порядка 70 килограмм исходной заготовки, то, используя вот аддитивные технологии, мы можем использовать порядка там 1,5 килограмм порошка титанового, чтобы получить деталь весом 1 килограмм. Первыми из докладчиков на конференции стали салдинцы, руководитель блока по исследованию и анализу рынка Дмитрий Курочкин и менеджер Марина Алабушева доложили о состоянии российского и мирового рынка титана. По количеству инновационных докладов салдинцы побили все рекорды. Корпорацию ВСМПО «Ависма» представили Владимир Калинин, Мария Корнилова, Анна Желнина, Алексей Панкратов, Татьяна Лаврова. Молодым людям удалось впечатлить публику, и после выступления салдинцы отвечали на многочисленные вопросы коллег. 6 докладов было сделано работниками корпорации ВСМПО «Висма». Большинство из них вызвали очень оживленный интерес, и были вопросы как во время, после выступления, так и уже в перерывах подходили, интересовались. Надо отметить, что в основном доклады ВСМПО отличались своей новизной, потому что были посвящены именно свежим работам, которые новым сплавом, исследование влияния режимов деформации, термообработки на свойства получаемых полуфабрикатов, что очень актуально для многих изготовителей как компонентов авиационной техники, так и других областей применения титановых сплавов. Развитие титана даст новый стимул импортозамещения, позволит увеличить потребление титана именно в российской индустрии, и это активизирует работу других предприятий и создаст новые темы для их докладов и их участия в конференции. Вне основной программы конференции ее участники побывали на промышленном флагмане Беларуси предприятии «БелАЗ». Гостям показали самый большой в мире самосвал грузоподъемностью 450 тонн и даже пригласили в сборочный цех. Хорошее впечатление на салдинцев произвело состояние инфраструктуры небольшого городка Жодино. Прогулка по чистым улочкам и общение с доброжелательными местными жителями стали приятным завершением командировки.